Смольный, член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь Ленинградского обкома партии Григорий Васильевич Романов вручил знаки 50 лет пребывания в КПСС группе ленинградцев-ветеранов партии. Почетных наград удостоены член партии с 1915 года, герой социалистического труда Виноградов, член КПСС с 1910 года Будрис, члены партии с 1917 года Александров. Гилярова, Гордеев, Клюков, Шушпанов, член КПСС с 1918 года Росляков. Григорий Васильевич Романов тепло поздравил ветерана, пожелал им успехов в коммунистическом воспитании трудящихся.